Здравствуйте, друзья. Функция mouse getter vector позволяет получить направление движения мышки лево, право, вверх, вниз, либо наискосок. Итак, для того, чтобы работать с мышкой, мы активируем мышкой командой, вот этой командой, через горячую клавишу F3 мы вызывали вот этот метод и создавали себе вот такую строку кода. Отлично. Мышка у нас есть, теперь мы можем к ней обращаться. Давайте это дело все в консоли и посмотрим. Потому что где мы еще будем наблюдать этот результат? Мы просто вызываем mouse, вот так, getVector. Вот. И все это оборачиваем в консоль. Посмотрим, что нам выдаст консоль. Пока по нулям. Посмотрите, когда я двигаюсь налево, у меня первое значение это единица. Вон сейчас сверху минус единица, видите, потому что двигалась налево. Но следующее событие, когда мышка остановилась, стало 0. Поэтому внизу вы видите сейчас 0. То же самое направо сейчас двигаю. Сверху будет единица, ну, потому что это предыдущее значение. А последнее 0. То есть если минус 1 это налево по х, плюс 1 это направо. По y все то же самое. Наверх y, как вы знаете, уменьшается. Поэтому y минус 1 будет. А здесь y плюс 1. То есть увеличивается. Если вам нужно получить какую-то одну координату, только лево, только право, не надо вызывать совсем все. Зачем нам? Просто вот так вот, x. То есть не вот так промахнулся, вот так вот. Только x получить. И видите, мы получаем вот только x минус 1, то есть двигались налево, а это направо. При движении вверх-вниз мы не будем менять результат. Но у меня мышка идет налево-направо, поэтому тоже меняется. Тем не менее, вот только x-овая составляющие. Ну что ж, у нас с вами все получилось. На этом я завершаю этот видеоурок. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multiuroki.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока!